Всем добрый день. Что же я такого интересного сегодня сделал? Я делаю ВВД модуль для пистолета ГЛОК АЕП с АЕПом. Основная концепция такая. Мы выбрасываем всю вот эту часть, выбрасываем весь АЕП и вместо этого ставим вот такой вот ВВД модуль. Хорошо видно, что ВВД модуль спокойненько входит с угловым коннектором вот в эти габариты. Да, у крышечки, наверное, придется выпилить вот этот вот выступ. То есть сделать вместо выступа здесь пазик, чтобы модуль сел. Да, да, причем перед можно сделать тоньше, поэтому даже и перед особо выпиливать не надо. Но по габаритам все вмещается. И это, ребята, Crossbolt ВВД система для пистолета. Давайте постреляем, посмотрим, как она работает. Да, нозл надо будет укоротить, то есть он должен быть в состоянии до стрельбы укорочен и не выступать фактически за пределы системы. Сейчас он длинноват. Ну, давайте постреляем из этого дела и посмотрим, стреляет оно или нет и как. Так, подаю давление. То есть система работает так, она выдвигает нозл, останавливается, затем происходит выстрел, затем нозл откатывается назад. Ну, то есть такой алгоритм примерно работы. Смотрим. Да, она как бы стреляет. Выхлоп не сумасшедший, но выхлоп вполне адекватный. Соленоид мы разместим вместо АЕПа, место там давалом для соленоида, он туда войдет. А ВВД модуль размещаем сюда. Ну и в общем-то вот собственно все, что я хотел показать. Так, сейчас мы попробуем прибавить скорострельность. Сделаем, ну скажем, 900 выстрелов в минуту. И постреляем опять же. Как видно, вполне все отрабатывает. Ну и одиночка, как бы, абсолютно без проблем. Вуаля! Спасибо за внимание!